Всем привет! На телеканале «Россия-1» выходит новый сериал под названием «В тени больших чисел 2. Улики из будущего». Школьную учительницу убивают выстрелом из пистолета. В соцсети висит ее вчерашний пост «Завтра меня убьют». Но выясняется, что пост написала не убитая, а ее убийца. Убийства с предупреждениями продолжают вызывать резонанс в обществе благодаря блогерше «Ночной лисе», с которой убийца регулярно связывается. Консультант отдела по расследованию особо важных дел Антон Щербатов вместе со следователем Настей Ольховской пытаются понять, почему убийца предупреждает о будущем преступлении таким необычным способом и при чем тут «Ночная лиса». Примера сериала «В тени больших чисел 2. Улики из будущего» состоится в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже.